Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Zero. Итак, мы продолжаем проходить японскую версию. Я пытаюсь пройти игру менее чем за 4 часа для того, чтобы получить костюм, ну то есть проверить, действительно ли это так. Также я хочу сфотографировать сразу всех призраков, чтобы получить очень хорошую функцию, чтобы заряд пленки всегда был заряжен. Так, стоп, а мы разве здесь какого-то призрака не должны были сфотографировать? Наверное, нет. Это в следующий день будет. Так, сейчас нам надо зажечь фонарь, потому что я в прошлой серии раздобыл зажигалку. Но я пошел так, чтобы... Ну, я пошел дальше, чтобы победить одного атакующего призрака и сфотографировать еще одного исчезающего призрака, потому что если я это не сделаю... Ну, то есть, после того, как я это сделаю, я должен выйти из этого помещения, потом снова зайти, и тогда появится новый призрак, голова, короче, призрак головы. Он сначала будет пропадающим, пропадающий призрак сначала появится, а потом атакующий призрак, та же самая же голова. Так, сейчас мы посмотрим видео. Так, подождите, я не помню, для чего нам это... А, храм туда попасть. Храм на руками. Или на руне. Не помню, как правильно храм называется. Хорошо. Мы запускаемся и сразу же выбираем, пропускаем ролик, типа. Просто оказывается, это считается время, проведенное в игре. Даже если мы смотрим кат-сцены, оно все равно считается. Поэтому нам нужно его пропускать. Так. Блин. Сейчас будет призрак пропадающий. Давай быстрее подбирай. Я же пропустил, да, и пройду. Блин, я тут призраков фотографировал, но просто я в этом не уверен, то, что я его фотографировал. В принципе, да. Пошли отсюда. Просто иногда такое бывает. Вроде бы я фотографировал, а такое... А вроде бы и нет. Так, подождите. Нет, из крыльца в другой день вылазит. Из-под крыльца к призрак. Я просто запутался, мы все время бегаем в одном и том же месте, а я знаю место появления почти что всех призраков, помню. Так, я атакующих призраков не помню, где они появляются, но по мере прохождения они так или иначе появятся. Мы всех сможем сфотографировать. Хотя бы один раз на нас нападет каждый атакующий призрак. Я просто помню место появления призраков, а вот день, когда они должны появиться на этом месте, я не помню. Так, тихо. Так, не получилось. Почему-то не всегда срабатывает фотографирование. Так, тихо, тут что-то лежит. А, записи меня не интересуют. Так, что тут лежит? Тоже записи. Меня тоже не интересует. Так, что у нас здесь? Пилюли и страв, хорошо. Так, мне бы неплохо было бы пополнить запасы. Пленки синий, 14-й. Так, а теперь можно возвращаться назад. У нас сейчас призрак голова должна напасть.
34. Мы должны в один час уложиться, чтобы когда мы прошли первую главу Fatal Frame, первую ночь, было меньше, чем один час. Ой, я не туда побежал, ё-моё. Полминуты зря потратил. Так, у нас уже 36 минут. В принципе, я думаю, я уложусь меньше, чем за час. Первую главу. Потом вторую главу тоже желательно меньше, чем за час пройти. Так, призрак головы. Отлично. Так. Так, тихо, не то. Еще в этих в нажатиях клавиш путаюсь. Эти клавиши всегда нажимаю. Пленка получила. Так, я опять получше пленку взял, потому что я не ту клавишу нажал. Я вечно крестик нажимаю, а надо было кружок. После японской версии там немного управление отличается. От нормальной европейской версии и американской. У американской и европейской версии вроде управление одинаковое. Я просто европейскую версию не смотрел. У меня была переведенная американская версия, и вот я в японскую играю. Ну, в принципе, глава была слабенькая, можно было и обычной пленкой ее победить с одного удара, с одного кадра. Поэтому ничего страшного в этом нет. Но сейчас нам нужно будет пленку помощнее выбрать. Так, самое главное, не забудь сфотографировать призрака. Так, это монах в темноте или белый монах? Не помню, как его называется, но тут два монаха. Так, пароль 3669. Ой, не-не-не-не. А, так. А, да. Блин! Три. Шесть. Девять. Только в одном месте поменяли пароль. Так, здесь будет два появляющихся призрака. Мгновенных призрака. И один скрытый. Еще один атакующий. Так, одного-то мы сейчас сумеем сфотографировать. Так, вот он сейчас должен появиться. Отлично. Так, это Такамин. Так, а что у нас тут лежит? Зеркало? Нет, просто хрустальный камень. Так, здесь должен был быть появляющийся призрак. Так, тихо. Давай быстрее. Я не успеваю. Прикол в том, что, короче, я не могу на 180 градусов повернуться назад. Тут такой клавиши нету просто. А пока я верчу, призрак пропадает. Камеру. Так, надо как-то подойти таким способом, чтобы я был повернут в нужную сторону. Так, сразу давайте сохранимся. Так, тихо. Так, отлично. Вот так вот надо было его подловить. Стоп. Я что-то не понял. А я его сфотографировал или как?
Что-то я не обратил внимания, была ли подпись. Да, вот сейчас есть подпись. Так, зеркало? А, у меня полное. Хорошо, у меня уже есть зеркало. Так, тихо, не то. 39 минут. Так, хорошо. Не, надо было вот эту прокачать. Ну ладно. Пальмы? Не, это же бамбук. Так. И пропускаем, чтобы сэкономить время. А где он там, блин? Этот призрак. Со спины. 5 ты. Но она нас отсюда не выпустит. Эй, я нажал! Вот ты жульничаешь, а? Вот же жульничает, а? Да блин! Это так не годится. Так, не понял. У меня же зеленая пленка стоит. Почему мне не показывает? Так, ладно. Фатальный снимок мы не будем делать, потому что... Она может нас очень сильно потрепать. Да ё-моё! Чё за фигня? Так, отстань от меня. Все, нападать будет. Так, отлично. 5600. Кстати, вроде для скрытых призраков нам тоже дают опыт, хотя и не показывают это никак. Так, подбираем зеркало. И бежим дальше. Так, тихо, не то. После битвы со вторым призраком, финальным боссом в этой главе, мы, скорее всего, сможем еще какую-нибудь функцию камеры прокачать. Так. Эй, это же всего лишь блокнот. Блин. Да, это блокнот, так и думал. Но решил проверить, а вдруг это не блокнот.
Так, дальше по лестнице нам нужно бежать немножечко левее, потому что призрака мы не сможем сфотографировать. Так, вот эту катсцену я не помню, но... Ну, то, что она именно здесь должна быть. Сейчас посмотрим и опять-таки ее пропустим с помощью загрузки. Ну, потому что не хочу тянуть время. Хочу смотреть катсцену, но не хочу тянуть время. У нас и так мало времени. Мы уже почти потратили 1 час на первую главу. О, кстати, нас телепортнули. Ты ё-моё. Не получилось. Так, давайте сначала это камин сфотографируем, потому что... Вот так вот. Тихо. Да ё-моё! Так, бежим немножечко левее. Блин. Так. Подбегай. Так, отлично, до камина мы сфотографировали. Ой, блин. Еще один снимок случайно сделал. Так. А, где-то вот здесь вот еще есть один призрак. Ё-моё. Я помню то, что он здесь. Так, а здесь у нас что, зеркало же? Да, блин, зеркало. Так, вот здесь пленка. Так. А, блин, я не помню. А, что, как двигать? Ай, блин, не то сделал. Так. Так, нам мешается вот эта штука. Это на место, это на место. Так, это на место. И это на место. Все отлично. Первый раз легко. Чё? Чё это сейчас было? Кто пищал? Так, тихо. Так. Это камин. Так, ну ладно, это не интересно. Хотя вроде лицо у нее тоже в таких катсценах переделано. Вот вторая глава будет... Длиннее три. Подождите, а во второй главе мне нужно будет маску слепящую найти. Да. А в третьей главе всех четверых призраков убить. Но во вторую главу хорошо будет. В принципе, можно по-быстрому ее пройти, если оптимальный маршрут разработать. Так. А у нас пленка плохая, да? Блин, не то. Так, 10 тысяч я ничего прокачать пока что не смогу. Так, ладно, давайте сразу мы выбежим из храма, чтобы у него не было возможности прятаться за стенами. За стенами. Так, тихо. Так, на открытую местность. Вот здесь посередине надо встать, и уже можно сражаться с ним. Все отлично. Поворачиваемся.
Жаль то, что нет такой функции на 180 градусов крутиться. Кстати, в японской версии сложно определить, какая у тебя пленка. Потому что в американской версии там желтым подсвечивали с первой иероглифы. Вот видите, два иероглифа уже есть, они подсвечивались желтым. Ах ты ж! Ты что творишь? Ну ты жулик, а? И даже сейчас научился сумел сжульничать. Так, сбиваем атаку его. Иначе бы он нас схватил. Блин. Почему я не могу на 180 градусов поворачиваться? Может быть, можно как-то? Может, комбинацию клавиш надо нажать? Ё-моё. Что ты творишь? Просто не будем тратить время, у нас так мало времени осталось. Нам желательно вначале сэкономить время. Что это было? Он нас ослепил, капец. Вот ты жулик. Отлично. Просто добьем, не будем ждать фатального кадра, потому что иначе тогда мы много времени потратим. Мы уже не укладываемся. Не, ну в принципе пока что укладываемся. Но просто в конце будут призраки сложные, и нам нужно будет больше времени, чтобы их победить. Так, тихо. Побежали отсюда. Так, тихо. Теперь мы это все пропускаем, чтобы сэкономить время. Так, зеркало. А, он меня один раз схватил. Зеркало мне не потребуется, да? Так, сколько у нас? 45 минут. Ну, в принципе, нормально, мы пока что откладываемся. Меньше часа, это хорошо. Так. Вот это получше. Так, все отлично. Так, тихо. Блин, а что нам надо сфотографировать? Блин. Что-то глюкануло, что ли? Так, ясно. Так, отлично. Так, а может вот этот документ надо подобрать? Блин, ничего не происходит. Ай, блин, надо было, короче, этот кружок нажать. А я крестик в прошлый раз нажимал. Я по привычке, блин, жму крестик. Так, ну ладно. Нам подсказка не нужна, я, в принципе, и так знаю. Так. Ой, блин. Тихо. Левая рука сюда.
Левая нога сюда. Так, голова сюда. Это мы. Ой, не-не-не-не-не-не. Так, это мы сюда. Так, а это мы вот сюда ставим. Так, отлично. Я вот не помню. В Fatal Frame вроде не было вот таких вот квадратных рамок. Ну, то есть квадратного видео. Оно вроде всегда растягивалось. Даже подобное. Видеоставки. Так, это же Кирия. Так, теперь мы все это пропускаем. Давай сразу нас хватай. Чтоб новая ночь началась. Вторая. Так, теперь мы все пропускаем, чтобы сэкономить время. Так. Так, теперь мы давайте загрузимся, чтобы пропустить этот момент, это видео. Так, по идее у нас тут мало времени осталось до конца серии. Так, что они так от меня хотят? Так, хорошо. Так, у нас 46 минут, это отлично. Мы уложились, так, можем ли мы камеру прокачать? Да, можем. Так, теперь ставим пленку послабее. Так, отлично. Так, пошли. А, тут у нас записка вроде какая-то... А, нет, это пленка. Отлично. Так. Блин, атакующий призрак здесь сейчас будет. Я помню, ослепленная женщина. Так, ребенка мы сфотографировали, отлично. Так. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.